мальчик. Иди, не бойся, иди, иди, не бойся. Не бойся, мой малыш. Бегает постоянно, да? Все грызет. Понимаешь, что ты живешь не зря. Ты для кого-то что-то делаешь. Ну, поэтому это для меня кажется не самое главное. Да. Где моя мать? Не вернулся. Где моя девочка? Ты мне шапки красивые. Шапки и тебя, и тебя. Я долгое время думала, чем я смогу заниматься после всего пережитого. Ну, то есть, как ты не это, это морально. Ну, действительно, морально очень, как бы, давит. И когда я приехала в приют, я приехала изначально с подружкой, с волонтером для того, чтобы помочь приюту. Мы приехали, и настолько сильно нам это понравилось, вот, что я начала ездить постоянно. Это, да, это работа, но в ней ты морально отдыхаешь. Животные поднимают настроение. Ну, вы же сами видели, да, какие они класснючие. Вот, поэтому... Не знаю, мне кажется, что именно это место меня немножечко вернуло к жизни. Четвертого февраля мы с бабушкой в 5 утра проснулись от огромных взрывов. Вот, бабуля у меня очень напугана была. Мы перешли в коридорчик, там, где две стены и соседский домик, для того, чтобы как-то уберечься. Когда начались взрывы настолько, что дома взлетали вокруг, ну, мы думали, что с бабушкой это уже все. Я же вам говорю, я когда пришла очень такой подавленной, очень расстроенной. И думала о том, что дома нет, бабушка старенькая, все у нас как бы идет не это. И здесь я прихожу, эти малыши, они бегут, они тебя радуют, они, ну, я не знаю. Animal welfare situation in Ukraine was a disaster before, so of course now it moved from bad to worse. Many people left from Dnipro, abandoned so many animals. Many people are coming. Part of the people coming with animals, they want to stay here, but they cannot find a place to stay with animals. Some people, they want to leave animals here and move west, because of course it's safer there than here, but it's not possible to find accommodation in west. Russians will come here, as there is no more, we cannot evacuate anywhere, because it's so, so full of people and animals, and in shelter is crazy, and so we just have to hope for the best.